Астрадамовская средняя школа в Сурском районе – школа уникальная. Из ее стен вышли 5 героев Советского Союза. Их имена навсегда увековечены на мемориальных досках фойе школы. Мы будем героями! Быть героями в жизни пообещали и участники футбольного турнира, который на Астрадамовской земле в канун Дня Победы организовал Общероссийский народный фронт. Ребята из Сурского, сел Выползово, Чеботаевки возложили цветы к памятнику воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Прелесть этого мероприятия в том, что сочетается и патриотическое воспитание молодежи, ну и, соответственно, и спорт. Дима, защита. А я. Нападение. На школьном стадионе Астрадамовки спорт за победу вели 6 команд, причем одна из них полностью состоит из девчонок. Село Чеботаевка делегировало на турнир как парней, так и девчат. У футболисток с косичками в запевалах Валерия Михайлова. Я полюбила футбол, когда я была в 4 классе. Ну, я смотрела на мальчиков, как они играли, и решила тоже с ними играть. Леру хвалили и на этом турнире. Организаторы вручили ей специальный приз – футбольный мяч. Пока одни играли, другие музеи посещали. Боевой славы, спортивный, имени чемпиона мира по хоккею с мячом Анатолия Рушкина, музей учителя, музей энциклопедии российской жизни Николая Нарышкина, а еще музей этнографии русского быта. Это 19 век. Вот то, что нашли в огороде, когда копали картошку, они вот копали, выкопали и принесли в музей. Победителями спортивного праздника стали футболисты местной Астрадамовской средней школы. Их финальный матч с ребятами из Сурского завершился в ничью 0-0. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась хозяевам, которые, как говорится, каждую кочку на своей спортивной площадке знают. Призовое 3-е место у ребят из села Выползово в игре за бронзу победивших чеботаевцев 1-0. В каждых районах проводить такие турниры дети сейчас показали, что очень радуются, что им интересно, и надо развивать футбол в Ульяновской области. И отсюда можно некоторых девчонок даже пригласить в нашу спортивную школу «Волгу-Шор». Таланты в глубинке были, есть и будут. Тем более, когда такие турниры станут традиционными.